Сейчас я пришла в магазин Toys Center поохотиться на кукол Monster High. Вот я нашла стенд Monster High. Посмотрим, какие здесь куколки. Ассортимент сразу порадовал. На верхней полке плейсет Клео за 40 евро. А слева мотоцикл Гули с аксессуарами за 25 евро. На полке пониже есть Дракулаура за 40 евро. Также есть монстры-гибриды за 30 евро. Еще есть коллекция Haunted, а именно Kiyomi за 35 евро, River Styx, а левее есть бюджетка Клодин за 30 евро. Ниже коллекция Go Sports в лице бюджетки Спектры за 25 евро и в лице Венеры Макфлайтера тоже за 25 евро. Левее AB Skeleta за 15 евро. А сзади монстряшные аксессуары. Ниже коллекция монстры по обмену. В лице Марисоль Кокси за 35 евро. И Лорны Макнесси. Оливей Иннер Монстр за 30 евро. Внизу мини-лаборатория, чтобы сделать монстряшек. За 35 евро. Еще есть коллекция Буйорк Буйорк. А именно Кэти Нуар за 40 евро. И там спряталась Нимфера. Тоже за 40 евро. И теперь стенд Эверяшек. Достаточно маленький по сравнению с Monster High. Есть коллекция Spring and Sprung за 45 евро. В основном старые коллекции за 35-40 евро. Еще есть дневник Ever After High за 60 евро. То есть по-русски за 3900 рублей. Достаточно дорого. А слева стоит огромный дом для Monster High. Стоимостью 70 евро со скидкой. То есть 4550 рублей. Еще одна маленькая новость. В Европе и Америке стал популярен мультик «Маша и Медведь», что по-итальянски «Маша и Орсо». И причем существуют разные серии этих игрушек. И также есть развивающие игрушки «Маша и Медведь». Сейчас мы пришли в магазин «Гранд Каза» посмотреть здесь монстряшек и веряшек. Надеюсь, ассортимент нас порадует. В этом магазине очень мало куколок, но они стоят по 15 евро. И первая куколка, которую я увидела, это куколка Джиджи Грант из коллекции 13 желаний. Куколка левее, это Лагуна Блю, бюджетка, тоже за 15 евро. Если посмотреть сзади, то есть Эбби, стоит куколка Ребекка Стим, и также есть оперетта. Вот так вот выглядит Джиджи. Сейчас выбираю между вот этой куклой или вот этой. Я не знаю, какую выбрать. Мне нравится и та. Ребекка очень красивая, да и Джиджи красивая. Скорее всего, я возьму Джиджи, но мне больше нравится просто Ребекка. Как я поняла, она из коллекции бюджетной, но скорее всего, я беру Джиджи. Она как-то мне нравится больше, чем Ребекка. Увидимся, когда я уже выберу. Все же я остановилась вот на такой вот замечательной куколке Джиджи Грант из коллекции 13 желаний. Она мне очень приглянулась, да еще она по скидке. Я должна воспользоваться этой возможностью, так как 15 евро это всего лишь 900 рублей. Вот эту вот шикарную куколку с ее питомцем, с книжкой, с лампой ее. Я всего лишь отдам 900 рублей. Я считаю, для такой шикарной куклы это вполне нормально. А это все, что есть из эверяшек. Здесь у нас только Raven Queen, вот такая вот, и Apple White. То есть это все. Еще есть вот такие вот милашки. Raven Gardens. Они стоят 11 евро.